Алло. 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 Алло, Алло. Что, ебанулись? Алло. Алло, бля. Это что, в настройках слышно было, что ли, как я настраивал? Не знаю. Алло, алло, слышно было. Чтоб тебе хуй оторвало. Делорус тут. Логов нет абсолютно, все Вот. летим сами. Ты сопрот, что ли, брать? Или... Обязательно. Да, там где идет. А ДД сапроты берут? Так, а я танчу, да? Танки хилы берем. Так кто А танчит? ДД? Ты и я танчу. А, я беру, значит, я понял. На бафайке он прыгает, он безумствует. Зиму кидает. Что там надо шесть шадей, да, это Возьми хуй? этот самый с банка пиво. Войт, а ДД берут? Войт! Может, сказал танки хилы, по-моему, нет? Сказал сапрота первая цифра 300 с чё? 357? Дайте бафы, блядь. Каску он тут 5. МП5 где на друг? Вот одну шмотку одеваешь. Что второе у тебя? А кольцо? Тоже говно. Давайте, блядь, по друидам, по лагину, у вас 3 штуки, блядь. Что надо по друидам? МП5 под руин. Ты неправильно говоришь. Дайте пляшку, пляшку, МП5. Чё пьём-то? Первый Илья. На балконе бьем, да? Что там с коня? Поставьте ауру, да. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордфола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь есть.
Понимаем. Я Дживса поставлю вот слева, блять, починишься. Найти не могу. Четыре, пять стаков. Куда вы нахуй столько? Здесь ваше вторжение не окончится. Никто не уцелеет. Доты, не вешайте на глыбы. Дайте скинуть стаки, алло, блядь. Съебать.
съебали. Погибни! Съебали. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Удел, не чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Ко мне, мир. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Да уже, блядь, да. Сак, да, вот. Сейчас заберу. Ты сдох? Остатки скинул, зачем ложиться, Вайт? Да бейте, бейте, бейте. Погибни! Трепещите! Что там, диван есть или выходим из тела? Я, наверное, подумал. Не надо выходить с тела. Если кто-то не в курсе, если вы даже поймали один стак, не надо стоять в рейде. Вы бахаетесь и наносите урон всему рейду. Отбегите в сторону. Запанете, может, одного-двух человек, не так страшно. Там по 180 тысяч урона прилетает. И, блядь, первую глыбу хуярят, вот я, блядь, вот реально на последней секунде вот она спала, успела, понимаешь? Так и. Одна и то же по кругу, блядь. У тебя там, кстати, это, день. Когда одна секунда, она так и так спадет. Я знаю, про что ты говоришь, но это не всегда, она иногда обновляется. Не, я не спорю, у меня просто такая же хуйня, я думаю, ну пиздец, не скинулась, а потом файлов скинулась. Не успевают скинуться аура, все равно все бурстят в эти гребаные глыбы. Вы подождите, пока скинется дебаф, потом добивайте, зачем сразу херачить? А чё, Войд, может, будете поворачивать босса, ну, или метку туда, где, ну, в танку, чтобы ближе было бежать, а то люди там, ну, танк долго будет бежать. Так, ты понимаешь, что там даже люди, которые просто РДД-зона находятся? Первый даже раз, даже они не успевают. Что вы слева, что вы вправо унесёте. Разницы-то никакой нет. Ну смотри, те, кто умер от бомбы или от притяжки, да? Там еще бар, был... Бар еще какой-то, которому ты сказал... Халло был, да.
кажется, как можно умирать от притяжки. Я вот специально тестил, вот я, блядь, отсюда улетел, где мы сейчас стоим, блядь, успел. Как остальные, блядь, не успевают. Хелфейн — это Делорус. Его разбили в глыбе, и его убило на второй фазе из-за этого. Ну, то есть он в метке стоял, и его разбили прямо под притяжкой. Это как две глыбы. Глыбы было, да? На нем или он просто попал под глыбу? Тогда его притянул. Он сам в глыбе стоял. Давайте быстрее. Давайте еще, да? Где он на сайте? Все видите, что он, блядь, не фу, тупая. Я тут. Я тут, блядь. Холипал желтую джагу кидает на босса. А я уже... Ебашьте глыбу уже.
теперь бессильна! Минус 2 хила. Минус 1. Минус Вадим Паладин, минус Шторм. Шторм говорит, у него лагает, не поднимай. Нет. Камень не трогайте. Пару инров остаться. Я скидку. Да-да-да. Чё, дать ему БР? Только не вставай пока. Теперь почувствуйте всё море, пищите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Мы шли, а мне, блядь, поста. А вы перестали, блядь? Дети, дайте скинуть людям стаки. Сместитесь за глыбу. Хватит взрывать в рейд. Идите по глыбе чуть-чуть. Вот меня просто аурой убивает. Вот.
Я уже на все бабки хилю. Я полностью хилю. Я сдох. Нет. Что, диван? Время дивана? Диван давай. У меня СС есть, я встану. Это надо с хилами делать, в смысле. Вот ты будет поставил метку, да? Они привык ей налево уходить, они бегут. Какая разница, ты стоял сколько времени и мог понять. Какая нахуй разница, потому что вы, блядь, сука, нахуй, натуре, блядь, конченые, нахуй. Тут вопрос в том, что Пал 5 раз за бой умирает от притяжки. Это вообще... Ну, блядь, поменять Пал. Подождите, господа. Вот у нас есть в рейде, наверное, хорошие хилы. Скажите, какая чарка у вас на ступне? Хорошие хилы. Набег можешь зачаять. Блядь, набег. Вообще можешь... Не, ну вот у нас хорошие хилы ебануть. Есть, ну отзовитесь кто-нибудь. Я говорю, можешь танковскую ебануть, которая на стамину и на скорость. Если ты не можешь убежать. Теперь посмотрите, какая чарка у Холи Паладина. И все. Забейте, у меня сейчас в танке не вкачана вот эта хуйня. Никакого. Набег. И смотри, я выбегаю все равно, не получая есть бабл, если ты убежать не можешь. У тебя есть на 50 срезу. Гонишь, он один раз может, блядь, прожать между притяжками, ему не хватит ни пилтинник, ни бабл. Хорошо, один раз прожать. Он умер 5 раз, как это ему поможет? Хотя бы не будет на каждую притяжку нахуй дохнуть, блядь. Может, хватит на сегодня? Какое РО? Полчаса до конца. Айзек уходит, вторая не... Объясни, пожалуйста, куда ты так народ, вторая фаза, Гера, не, чтобы спать нормально идти, нет, блять, он народ торопит. У меня, кстати, КД есть на десятку обычку, как раз с Индрали еще, блядь, можем это сходить на тренировку. А он лагает, ты посмотри на него. Да вон он по карте, блядь, тпшится туда-сюда. Про шторма. Ну, смотри на меня.
посмотрели, Джипс, пожалуйста. Пиздец, вот реально нахуй нужна эта замена, которая не может в рейд зайти. Дай, пожалуйста, мамонта или джипа. Нахуя нам 7 холов?
Чего, блядь? Ебать, вы че, блядь, конченые? Я плюшу Джагу, блядь. Блять, ты может посмотришь, что на 5 хилов постоянно летает. Гера, да, Гера, будет ее больше. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Кружок справа. А чё тут не разбили? Вы чувствуете?
ледяная ладонь смерти сжимает сердце. Да, 20%. Чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Погибни! Чё? Берса. Очень много бегаем, прячемся за глыбами, босса вообще не бьем. Бля, кстати, бля, точно, это тоже. А что там, вон, замена не хочет зайти? Короче, маг поставил себе глыбу, чтобы стараться просто смотреть, а такие забежали, стоят за ней, бля, так поржал он, бля. Ну, кстати, да, если было бы на два человека больше, наверное, убили бы, да? Я сейчас сниму со всех, кто там на замене сидит. Так уже был. Хорош, Войт. Наебал. Вчера убил. Трайна не будет. Че, Лича, вы сегодня убили? Да. Да, и пончик убили. Такой зашел тролль, и тебя, говорит, убили. Я спрашиваю, меня просто не было, я интересуюсь. А, нет, нет. Оба йотами забрал, блядь. Я понял, значит, вы на него даже не пошли. У нас людей не хватает.